Вопросы о подготовке и проведении приемной кампании 2021 года в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета обсудили на пресс-конференции в Татаринформ. В этом году бюджетные места прибавились прежде всего за счет того, что мы открыли ряд программ сочно-заочной формы обучения. Что станет с экономикой в связи с запретом на посещение ресторанов и прочих заведений непривитыми гражданами? Люди окажутся без работы, без зарплаты, без средств к существованию. Вот это будет действительно серьезной проблемой. Какие последствия несет для России противостояние правительственных сил с талибами в Афганистане? Вывод американских войск из Афганистана будет способствовать деградации обстановки в Афганистане. Всем привет! В эфире «Универ News», а в студии Энджи Минибаева. На общем собрании членов Российской академии образования избрали нового президента академии. Мероприятие прошло в смешанном формате с участием ректора Казанского федерального университета, действительного члена Российской академии образования Ильшата Гафурова. По итогам голосования Ольга Васильева была выбрана новым президентом Российской академии образования. Татаринформ прошла пресс-конференция на татарском языке, посвященная подготовке и проведению приемной кампании 2021 года в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, в том числе в Высшей школе национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая. В Институте филологии и межкультурной коммуникации три высшие школы. У каждой из них своя миссия. К примеру, в Высшей школе национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая готовит специалистов в области татарского языка и литературы, а также английского языка, говорит Алмаз Закиров. Плюс здесь реализуются программы, связанные с подготовкой би- и полилингвальных педагогических кадров для образовательных учреждений Республики Татарстан. Уникальность вот этих программ состоит в том, что здесь обучение ведется на трех языках, на русском, на татарском и на английском. И в последующем выпускники этих программ смогут уже вести педагогическую деятельность. В институте реализуется порядка 30 бакалаврских программ. Проходные баллы на разные направления отличаются. Более подробно их по каждому предмету можно посмотреть на сайте Казанского университета. В этом году института выделено 460 бюджетных мест. Из них 321 место бакалавриату, 139 мест на программу магистратуры. Это больше по сравнению с прошлым. В прошлом году у нас было 431 бюджетное место. В этом году бюджетные места прибавились прежде всего за счет того, что мы открыли ряд программ сочно-заочной формы обучения. Абитуриенты могут поступать как по результатам ЕГЭ, так и дополнительно по результатам вступительных экзаменов по отдельным направлениям. Тем, кому нужно пройти внутренние вступительные экзамены и кто претендует на бюджетные места, необходимо подать заявление до 10 июля. Для тех абитуриентов, которые будут поступать в институт на основании результатов ЕГЭ, прием документов продолжается до 29 июля. Энджи Минибаева, Виолетта Басова, Универньюз. Выпускника Казанского университета Айрата Гадиятова назначили заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Падение выручки на 90% произошло в связи с запретом на посещение ресторанов и прочих заведений непривитыми гражданами. Печальную статистику констатировали в Москве уже в первые дни после объявления ограничений. Какими последствиями это обернется для российской экономики, рассказывает эксперт Казанского федерального университета. Теперь, чтобы пообедать, нужно предоставить специальный QR-код, подтверждающий отсутствие COVID-19 или приобретенный естественный иммунитет против вируса. Нет, это не фантастический фильм, а суровая реальность. С 28 июня в Москве вступили в силу новые ограничения против распространения коронавируса. В первый же день количество посетителей сократилось до критической отметки, что не могло не ударить по положению местных бизнесменов. Несмотря на то, что доля общепита в экономике не так велика, это все равно может повлечь за собой серьезные последствия. Проблема заключается в том, что многие такие заведения просто вынуждены будут закрыться, а это будет означать, что люди окажутся без работы, без зарплаты, без средств к существованию. Вот это будет действительно серьезной проблемой. И это вызовет большой всплеск безработицы, напряжение на рынке труда, ну и все, что из этого вытекает.
На следующий день после объявления новых ограничений мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер поддержки пострадавших предприятий. Среди них отсрочка по уплате арендных платежей, субсидии и льготные кредиты. Но эти меры действенны максимум несколько месяцев. Дольше не выдержит ни один бюджет. Скорее всего, многим людям, которые были задействованы в данной индустрии, просто придется переориентироваться на другие виды занятости, искать себя где-то в чем-то в другом. Боюсь, что никакие временные меры поддержки, они не смогут поддерживать существование бизнеса, не имеющего клиентов, в течение длительного времени. Игорь Кох отметил, что экономика ни одного региона не готова к подобному сценарию, особенно в крупных городах, где доля организаций, предполагающих массовое количество людей, очень высока. Диана Желенкова, Универньюз. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Какие последствия данная ситуация несет для России и какую угрозу представляет, смотрите в нашем следующем сюжете. Ситуация, которая сложилась на сегодняшний день в Афганистане, сформировалась не за один день, а постепенно. Точка отсчета для ее возникновения принято считать знаменитые события 2001 года, когда были атакованы американские небоскребы. После этого в 2002 году была начата так называемая операция в Афганистане, а по сути война в Афганистане, в которой участие принимали как контингенты западных вооруженных сил во главе США, так и активную поддержку их действиям в Афганистане оказала Российская Федерация. Начиная с 2002 года на территории Афганистана были введены коалиционные силы. Их действия в первую очередь, наверное, нужно рассматривать как миротворческие и контртеррористические. Россия эту деятельность поддерживала, хотя непосредственно российские войска там не размещались. Но Россия обеспечивала достаточно долгую информационную поддержку этим мероприятиям. И различного рода транспортные узлы были предоставлены. Однако в дальнейшем, по мере ухудшения отношений между Россией и Соединенными Штатами, Россией и Западом, сотрудничество по Афганистану с Западом России прекратило. Но, тем не менее, вот если мы посмотрим заявление президента России Владимира Владимировича Путина по поводу нахождения американских и западных контингентов в Афганистане, он неоднократно заявлял о том, что в принципе нахождение вот этих контингентов в Афганистане, оно скорее носит положительный характер, поскольку препятствует развитию на данной территории различного рода террористических движений. Одно из таких крупных заявлений Владимир Путин сделал в октябре прошлого года, когда на вопрос о том, как он относится к выводу американских войск с территории Афганистана, Путин заявил, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит российским интересам и носит стабилизирующий характер для Афганистана. На протяжении последних где-то 5-7 лет американское руководство заявляло о том, что оно намерено произвести вывод своих войск в Афганистане. Первоначально это было сделано президентом Обамой, затем этот же курс подтвердил президент Трамп. Более того, Трамп в 2020 году подписал с движением «Талибан» Дохское соглашение о том, что американцы и «Талибан» договариваются о том, что постепенно войска будут уводиться. Новый президент Джо Байден поставил точку в этом вопросе. И в ближайшее время решится вывод войск американского контингента. Российская сторона считает, что нахождение зарубежных конвенциональных сил на территории Афганистана носит больше положительный характер, чем отрицательный. Недавно, буквально 2 недели назад, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Патрушев, он заявил о том, что, конечно, вывод американских войск из Афганистана он будет способствовать деградации обстановки в Афганистане. Вот, и мы можем в ближайшее время ожидать усиления деятельности террористических организаций на территории Афганистана, таких как Аль-Каида. Если говорить об угрозе для России, то запрещенная на территории Российской Федерации террористическое движение «Талибан» представляет угрозу, и в целом мы должны понимать, что Россию не может не беспокоить ситуация с терроризмом в Афганистане, поскольку этот регион прилегает к зоне российских интересов. Елизавета Никитина, Универньюз.
На этом все. В студии была Энджи Минибаева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!